Всем привет, друзья! Сегодня мы решили поговорить о, значит, про таком производителе двухдиновых универсальных и штатных магнитолах, как White Media. Последнее время это довольно нашумевший производитель в сфере производства, еще раз повторюсь, универсальных двухдиновых и штатных магнитол, устройств для практически любого типа автомобиля. На сегодня в России они занимают очень большую долю, примерно около 40%, в отличие от других производителей. Прежде всего их, конечно, выделяет качество и цена. У них очень особенный подход по производству и выпуску продукции. Значит, давайте просто на примере покажем, что, чем они отличаются от других видов магнитол. Сразу же забегая вперед, скажу, что все магнитолы в основном на сегодняшний день они производят на операционной системе Android. То есть, и как правило, это уже идут последних версий, либо это 5.1, либо это 6 Android. Вот, давайте возьмем пример. Вот есть такая машина, как Honda Civic, кузов 4D, да, который выпускался с 2006 по 2011 год. Именно этот кузов. Ну вот, к примеру, давайте возьмем классический вид, назовем так, всех других производителей назовем классический вид магнитолы. Это вот, допустим, производитель Chitechi. И возьмем производителя White Media. Мы сразу видим разницу, да? То есть в классическом виде магнитолы обычно выглядят вот так, да? То есть они имеют где-то 7-дюймовый, ну максимум 8-дюймовый экран с кнопками. White Media же уходит полностью на то, чтобы сделать максимально большой экран на всю панель, без всяких либо кнопок. Все управление у нас идет полностью сенсором. Здесь тоже сенсорное управление, тем не менее, здесь за все у нас отвечает полностью сенсор. Вот. Задача и особенность White Media, это еще раз повторюсь, делать по максимуму большой экран, как вот сейчас принято. Машины можно найти, там Tesla, а сейчас и Audi вот новые делают, там максимально большой экран, как можно больше. Вот, к примеру, вот Civic, да. Вот наш магазин вообще уже занимается магнитолами около 5 лет, но вот именно White Media, она, повторюсь, появилась очень резко, неожиданно, да, и очень хорошо ее люди, скажем так, полюбили, очень хорошо покупают. К примеру, я вам покажу магнитолы вообще, какие они еще делают, да, вот, к примеру, вот популярные. Вот, допустим, возьмем CR-V, Honda CR-V, допустим, последний кузов, который выпускается по сегодняшний 2017 год. Highlander, да, то есть, который кузов выпускается с 2008 по 2012 год, выпускался. Допустим, давайте возьмем AX35, Hyundai Tucson, который выпускался с 2011 года. Пожалуйста, Volkswagen универсальный магнитолы, видим также весь экран. Допустим, вот, пожалуйста, Corolla 180 кузов, вот, во весь. Всю панель экран. Kia Rio тоже, пожалуйста, во весь экран. Honda CR-V поколение с 2007 по 2012 год. Что вам еще показать? Camry 40-я, вот, пожалуйста. Вот Camry классический вид от другого производителя. Вот White Media, во весь экран. Solaris, допустим, пожалуйста. Панель во всю, весь экран. Kia Sportage новый, который выпускается сегодня в 2017 году. Land Cruiser 100 кузов, пожалуйста. RAV4, то есть вот. Универсальные также они делают решения очень классно. Мы поговорим это, об этом в следующих обзорах. Вот, допустим, White Media тоже двухдиновые, да, решения у них, типа вот таких вот. Пожалуйста, слимовские. На Android. Из кучи наворотов. Вот. То есть особенность White Media, еще раз повторюсь, это максимально большой экран во всю панель автомобиля. И полностью работающий и за все отвечающий сенсор. Давайте, значит, подключим магнитолу на примере Honda, покажем общее меню, что в ней особенно. Друзья, вот мы еще давайте такой момент вот уясним, да, многие приходят в магазин и спрашивают, да, а какую магнитолу лучше взять? На операционной системе Windows либо на операционной системе Android. У каждого покупателя закрадывается такой вопрос, да? Некоторые просто даже, ну, честно сказать, не понимают разницы. В чем же разница? Давайте я попробую просто это объяснить. В чем же принципиальная разница? Давайте так. Windows, да? Вот, допустим, вот эти магнитолы идут у нас на Windows, да?
А вот на андроидах в основном магнитолы идут уже с наворотами, как правило, у них экран уже побольше, да? Ну, это вот по внешнему все виду. По внутренностям, в чем же принципиальная разница? Все магнитолы, которые идут у нас на Windows, начнем с экрана. Как правило, 7 и 8 дюймовый экран, и он идет резистивный. То есть он не такой, скажем, приятный по нажатию, как, допустим, Android. У андроидов, у них у всех идет экран емкостной, как у телефона, то есть как у смартфона, легким нажатием пальца. Это вот первое принципиальное отличие. Второе принципиальное отличие — это ограниченность, да, ограниченность пользования. То есть Windows, скажем так, он содержит определенный набор функций, которые умеет магнитола. Больше особо вы туда ничего не сможете закачать, подключить. То есть, ну, подключить можно там камеру заднего вида, я имею в виду, какие-то приложения закачать, что-то типа. То есть у вас, допустим, есть здесь, допустим, чтение CD, DVD, MP3, USB, да, то есть флеш-носителей, навигация, да, как правило, на Windows всегда идет Navitel, можно поставить только Navitel. Возможно, включение камеры заднего вида, то есть, и практически все. То есть, вот, определенный набор функций. Больше мы его особо расширить не можем. То есть, только пользоваться тем, что нам предлагает Windows оболочка. Android же, напротив, это уже более серьезная оболочка, и она просто не ограничена возможностями. То есть, вы ставите его в свой автомобиль, и вы неограниченно можете закачивать туда приложения, да, любые, которые захотите, да, то есть, которые предоставляются в интернете, которые будут работать, они сюда закачаются, они будут работать, совместить, улучшить, скажем так, функционал своего автомобиля уже можно Android. У вас будет интернет, да, то есть можно либо подключиться уже через интернет, либо через Wi-Fi, либо через 3G, 4G модем, и это будет работать, реально это все работает. То есть, вот, значит, неограниченность функционала, интернет, да, то есть, ну и всевозможно. То есть Android, он как вот на телефоне, да, замечали, то есть умеет все, то есть можно закачать хоть что и что-то делать. Вот. Так что вот в выводе хочу отметить, да, я не скажу, что Windows это плохо, да. Кому-то реально достаточно только набора, который нам предоставляет Windows. Кто-то ездит, скажем так, от работы до работы, ему особо, ну, не нужен этот функционал. То есть нужна навигация, музыка, да, скажем, камера, все. На самом деле Windows в этом будет достаточно. Ну а кто уже хочет действительно улучшить, скажем так, характеристики, то есть магнитолы, урошить функционал автомобиля, сделать удобство, да, тогда однозначно берите Android. Вот и все. Вот это вот по сути принципиальная разница между Windows и операционной системой Android. Давайте же теперь, друзья, ознакомимся с самим меню магнитолы White Media. Еще я отмечу, что White Media, в отличие от других производителей, отличает сама оболочка, сам Android, да, от других производителей андроидных. У каждого производителя своя идет вот эта оболочка, свой, то есть Android, и он подшит по-разному, то есть под каждую магнитолу. Что особенно именно White Media? White Media очень классно совместили именно Android с автомобилем. То есть они не просто взяли, скажем, планшет и поставили машину, все, пользуйтесь. Они совместили с функционалом вашего автомобиля. Сделали это по-настоящему удобно. Это особенность принципиальная White Media и их прошивок. Вот. Кстати, между прочим, прошивку White Media можно обновлять самому, не запрашивая у завода прошивку. Она, скажем так, обновляется под так называемый воздух. Давайте включим, посмотрим на примере Honda данную прошивку. Как правило, при включении магнитолы появляется фирменный значок автомобиля, в данном случае у нас Honda Civic, значит, хондовский значок. Вот, пожалуйста, загружается она у нас. Кстати, еще отмечу, да, у андроидов особенность принципиальная от Windows, они подольше грузятся при первом включении, да, то есть, ну, это как вот компьютер включаем или ноутбук и так далее, то есть он загружается или планшет включаем. Но потом магнитол в течение дня выходит в спящий так называемый режим. То есть мы просто уже когда уже второй раз заводим до всю машину, все, она включается сразу. Это только при первом включении у вас будет, когда вот особенно утром садитесь в машину для прогрева. Вот. Вот она уже загрузилась. Грузится, между прочим, на самом деле быстро, в отличие от других андроидов. Вот мы видим, сразу попадаем в режим радио, как правило. Вот так вот выглядит у нас общее меню магнитолы. Как, еще раз повторюсь, приятный большой экран. Яркий, насыщенная гамма цветов, приятный сенсор, очень мягким нажатием пальца. Даже не нажатием, просто пальцем прикладываем и вводим, как на телефоне. То есть все работает очень шустро, приятно. Вот так вот выглядит примерно меню
магнитолы. Ну, допустим, даже первый вопрос у людей. Радио, да, самый основной магазин, самая основная стандартная функция машины — это радио. Давайте отойдем, посмотрим. Вот так вот выглядит радиорежим, да. То есть, как здесь сохраняется, допустим, радиоволн, да, на Android? Да очень просто. Берем просто, допустим, выбираем нужную нам радиоволну, либо же через поиск ее выполняем, поиск. Вот, допустим, поймали радиоволну, которая нужна, пальцем зажали и просто перенесли на ту кнопку, в которой она будет жить. То есть просто, вот, пожалуйста, все. Она вот здесь сохранилась, все, нажали, все, вот у нас, допустим, наша радиоволна. Теперь можно ее воспроизвести. Также вот другую радиоволну нашли, да, популярную, которая нам нравится, вот 89-30. Берем, просто ее переносим вот на пустую кнопку. Хоп, все, теперь у нас, вот, допустим, есть две уже радиостанции, мы сохранили. Просто нажали на нее, вот у нас уже есть выбранная нами установленная радиостанция. Довольно-таки просто, реально классно. Вот. Вот это, как правило, рабочий стол, да? Основной рабочий стол магнитолы. У Android сделано, как и на планшете, то есть сюда можно вынести какие-то нам важные функции, которые нам, для нас будут первостепенными, необходимыми, да? То есть как это сделать? Вот. Заходим в общее меню, это как на всех планшетах, да, вот видим у нас значки. Вот, допустим, нам необходимо, чтобы у нас был интернет первоначально, да, чтобы мы сразу включали магнитолу, могли зайти в интернет одним нажатием кнопки. Просто вот этот нужный значок мы берем и переносим его на рабочий стол. Так, очень простым касанием пальцев. Оп, все, пожалуйста, у нас интернет на рабочем столе. То есть вот. Продемонстрирую, пожалуйста, вот. Также и любые другие. То есть музыку мы хотим вынести, видео какое-то, какие-то заметки. Мы это все сделаем, можно сохранить на рабочий стол. То мы утром собираемся на работу, да, садимся в машину, надо какие-то заметки посмотреть, что-то быстро сделать. Пожалуйста, все, можно сделать для себя удобный пользовательский рабочий стол и настроить все это полностью под себя. Давайте дальше пойдем, да, допустим, воспроизведение музыки, фильмов, да. Еще вот один принципиальный момент, который я забыл отметить. White Media, как правило, не имеет CD-DVD-привода. Ну, это реально уже отходит, это уже не нужно. Все можно воспроизводить с флеш-носителей. Также White Media, что особенность у них этого производителя, они имеют встроенную внутреннюю память. Как правило, от 12 гигабайт до 16 гигабайт. Вот сейчас модели выйдут и 32 гигабайта внутренней памяти. На самом деле, это для пользования даже больше, чем достаточно. Если вам же мало памяти, без проблем можете подключить переносной жесткий диск. Я лично цеплял переносной жесткий диск до 2 терабайт. Все он видит, работает все шустро. Магнитола при этом не тормозит. То есть спокойно подцепляем через USB. USB-удлинитель, как правило, у всех White Media, все флеш-носители, они находятся у нас сзади. Спокойно вынести бардачок, подключить жесткий диск, и у нас вот, пожалуйста, допустим, добавляется еще внутренняя память. Вот. Давайте, значит, покажем, да, вот плеер. White Media, как в стандартной прошивке, имеет стандартный, скажем так, плеер для музыки и так далее. Вот. Давайте посмотрим. Ну, чтобы зайти нам в музыку, можно выбрать либо вот здесь значок, да, либо здесь он, здесь у нас есть в общем меню. Ну, как правило, чтобы для удобства, вот он здесь продемонстрирован, пожалуйста. Вот, допустим, сейчас у нас в флешке играет какая-то музыка. Можно выбрать, то есть, папки, выбрать флеш-носитель, с какого воспроизводится. Слева, допустим, у нас отображено, да, откуда воспроизводить — с флешки, да, либо же воспроизводить с SD-шной памяти, либо воспроизводить с внутренней памяти магнитол. Ну, в данном случае с флешки мы воспроизводим. То есть выбрали нужный трек, нажали — быстрая перемотка есть, вот, спокойно. Давайте посмотрим, у магнитола в стандартном плеере также есть неплохой эквалайзер, как его выбрать, да. Ну, допустим, эквалайзер. Вот так выглядит стандартный эквалайзер у нас. Можно настроить под себя звучание без проблем, как мы хотим. То есть он, как правило, имеет 6, в стандарте 6-7 полос, в данном случае у нас 7 полос, но то есть выбрать можем настройку, предустановку, можно вручную отстроить каждую полосу, да. Также можно поставить, там, установить баланс, да, то есть вот, пожалуйста, баланс. То есть увести хотим на водителя звук, хотим на пассажира, хотим на всех пассажиров, да, хотим на заднее сиденье, можем увести звук, то есть как нам удобно. Все это работает очень шустро. Кстати, я замечу, да, вот в фирменном Пионере, допустим, или GC, или Sony, работает все намного медленнее. Вот. Вот так вот выглядит
основной плеер, вы также можете улучшить качество звучания, при этом закачав с интернета какой-то другой плеер, то есть там уже с 10 полосом, с 12, с 20 полосом эквалайзером. Это все вам предоставляет преимущество White Media. И она дарит в этом безграничные возможности в музыке, во всем, реально. Допустим, вот видео, да, покажу вам видео тоже с флешки. Вот мы еще раз можем оценить матрицу, качество матрицы, да, видим. То есть с любого угла мы можем сидеть, смотреть кино без всяких проблем. То есть едем по трассе, ничего у нас не бликует, не затемняется. Все реально классно, приятная, насыщенная, мощная матрица, как в современных телевизорах во всех. Вот. Допустим, так. Что касательно интернета, да, особенность интернета, значит, магнитола поддерживает у нас, значит, интернет, либо это у нас будет интернет работать либо через 3G, 4G модем, либо через Wi-Fi, значит, ну, как правило, честно вам скажу сразу, да, удобно работать с интернетом и подключать через Wi-Fi, то есть мы просто берем наш смартфон, делаем его точкой раздачи, то есть телефон делаем как... То есть он у нас будет выступать так называемым, получается, модемом, да, и просто подключаем магнитолу к телефону, и без проблем у нас есть интернет. То есть у вас будет через телефон, он будет просто-напросто, телефон у нас просто будет раздавать, и магнитола будет как принимающее устройство через Wi-Fi. И это тоже классно работает, да, допустим, ну, к примеру, сразу же интернет у нас идет закачка, да, либо можно пользоваться через Google сразу закачан, либо через Chrome. Просто заходим, да, выбираем интересующие нас там сайты или страницу, да, то есть и без проблем. Все это работает довольно-таки шустро. Вот в данном случае мы подключились к точке через Wi-Fi, точки доступа. Все, то есть без проблем. Надо в интернет залезли, надо в ВКонтакт залезли, надо в Одноклассники. Сейчас очень актуально, допустим, слушать музыку через радио онлайн. Есть такое приложение, тоже довольно классно. Просто нужна активная установка с интернетом. Вот такая идея. Вот на примере сайта Drom, то есть без проблем все это работает. Вот. Также неотъемлемым частью магнитола это является, или особенностью, это Bluetooth. Значит, через Bluetooth что мы можем делать, да? То есть мы можем соединить, значит, телефон с магнитолой и уже без участия рук и телефона разговаривать через магнитолу. Можем, значит, выгрузить телефонную книгу, да, без проблем. Просто с телефона выгружаем до 2, до 3, до 5 тысяч номеров. Все это здесь сохраняется. Допустим, нам кто-то звонит, у нас, допустим, играет в этот момент музыка. Звонит телефон, у нас появляется на экране звонок. Кто нам звонит, нажимаем просто ответ, и все, и разговариваем через встроенный микрофон у магнитолы. То есть вот, а звук идет через ваши штатные динамики, очень удобно. Также можно музыку воспроизводить через Bluetooth, тоже, что удобно, это беспроводное подключение. И примерно там сколько она берет, ну я насколько знаю, до 5 метров. То есть у нас здесь беспроводная связь с телефоном, можно слушать музыку через Bluetooth. О. Что еще отметить, да, ну и также у нас есть здесь встроенный Play Market, да, то есть можно закачивать дополнительно кучу всяких разных приложений, да. В данном случае у нас вот, допустим, здесь уже есть закачаны так называемый дубль ГИС, ну, удобная карта города, они не все города, конечно, есть, но основные есть. Приложение, допустим, антирадар, очень удобное, между прочим, приложение по соблюдению скоростного режима в городе, да, и выявлению камер. Тоже классно работает. Также можно какие-то еще приложения закачать для вас удобные, да, вот любое. Навигацию можете закачивать. Вот, допустим, на Windows можно закачать, допустим, только на Vital, без проблем. Здесь можно и Google карты скачать, и другие какие-то, значит, навигационные программы. Всякие программы GoGo, там, и так далее, и так далее. То есть без проблем. Просто нужно нам соединение с интернетом. Берем и скачиваем. Не обязательно можно и с интернета закачать там какое-то приложение. Можно просто закачать из компьютера. То есть с компьютера берем, скачиваем, что нам нужно, да, вставляем флешку и уже с помощью встроенной программы, здесь она называется ES-проводник, можно, вот она, ES-проводник, можно уже закачать из флешки какую-то программу без соединения с интернетом. Вот. То, что я вам сегодня вот рассказал, да, это по сути только ознакомительно. Я рассказал буквально об основном, да, буквально о 10% того, что реально может магнитола, что они умеют и как они себя ведут.
Что я хотел бы отметить в выводе, да, данных магнитолог. Допустим, у нас есть, скажем так, машина, да, со штатным функционалом. Допустим, возьмем Land Cruiser Prado, да, вот в новом последнем кузове, вот, который выпускается вот, по сегодняшний день, допустим, 2017 года, да. На штатной магнитоле там есть понятие штатные парктроники, допустим, штатные камеры заднего вида, да, в родной магнитоле. Будет ли это все, допустим, если мы хотим поменять на White Media? Да, без всяких проблем. То есть White Media, помимо да, своих всяких возможностей, она поддержит и все штатные функции вашего автомобиля. Она четко сделана под автомобиль и поддержит абсолютно все штатные. Допустим, есть у вас штатные парктроники, вот как в Прадике, без проблем. Включили заднюю, все, у вас будет на экране, так же, как на штатной вашей предыдущей магнитоле, отображаться парктроники. Камера заднего вида, боковые камеры, все это будет видеть White Media. Она максимально зашита под каждый автомобиль. Под стандартный набор функций каждого автомобиля. Допустим, возьмем Camry в новом кузове, в последнем. Вот мы дверь открыли, допустим, у нас отображается на магнитоле, что дверь открыта. Да, это и в White Media будет без проблем. В White Media поставили, также открыли дверь у машины. У нас также будет на экране это все отображаться. Там бортовые какие-то показания, печка. Все это будет отображаться, если это в стандарте зашито во вашем автомобиле. Все это работает без всяких проблем. Это мы вам с уверенностью заявляем. Ну и по характеристикам еще хотелось бы, да, не сказал техническим. Магнитолы идут навороченные, как правило, это четырехъядерный уже процессор, последний Cortex с хорошей довольно частотой. Как правило, оперативки как минимум 2 гигабайта уже идет. Ну и, соответственно, еще раз повторюсь, последний будет Android. White Media идут на шаг вперед, в отличие от других производителей. Они на месте не стоят, постоянно модели совершенствуют. То есть, если вы берете White Media, будьте уверены, что вы берете реально свежий, и классный продукт. То есть, вот. По цене магнитолы данного производителя White Media очень радует. Универсальные, допустим, магнитолы просто двухдинного решения, у них вообще супер цены. И по штатным также, если сравнить с другими производителями, да, то есть реально тоже цена классная. И помимо всего, что бы я хотел отметить, да, это отличная русификация, то есть на российский рынок они очень постарались, у них реально хорошо сделаны русификаторы магнитоли, то есть все на русском языке, все понятно, все доступно, все настройки, вся инструкция, все это на русском, в хорошем переводе. И, в принципе, дерзайте, покупайте, реально классные магнитолы, я думаю, вас они не разочаруют.